У дверей в заведение, народа скопление, топтание и пар. Но народа скопление не имеет значения, за дверями швейцар. Неприступен и важен, стоит он на страже боевым кораблем. Ничего он не знает и меня пропускает, лишь в погоне за длинным рублем. И в его поведении говорит снисхождение. А я сегодня один, я человек-невидимка, я сажусь в уголок и сижу словно в ложе, и очень похоже, что сейчас будет третий звонок. И мое отчуждение назовем наблюдением. Вот у стойки ребята, их лица помяты, в глазах глубина. Без сомнения, ребятки испытали в достатке веселящие действия вина. И их поведение назовем опьянением. Вот за столиком дама, на даме панама, под ней томный взгляд. Но панама упрямая, клюет на панаму, уже 28-й кандидат. Ее состояние назовем ожиданием. Вот товарищ с востока танцует жестоко, ему пара нужна. Только пары не видно, танцору обидно, и уводит его старшина. В милицейском движении сквозит раздражение. А я все верю, что где-то позже искрою света займется костер. Продолжает тянуть режиссер, только крашеный свет, только дым сигарет у дверей в туалет. Меня нет, я за тысячу лет, я давно дал обет никогда не являться в такой ситуации.